У наших соседей в Башкирии беда приключилась. В селе Терлян Белорецкого района 17-летний пацан без спроса взял ключи от отцовской легковушки и повез своих друзей и подружек кататься по ночному селу. На улице Советской десятка с подростками налетела на УАЗик. Легковушка разбита всмятку. Юноша, сидевший за рулем, погиб на месте, а пятеро его пассажиров, три девчонки, восьмиклассницы, трудный 15-летний подросток, пацан на год старше своих одноклассниц и 17-летний десятиклассник, попали в больницу. Двое из них, одна из девочек и старшеклассник, сейчас в Белорецкой районной клинике, в тяжелом состоянии. Рулевой УАЗа 28-летний парень телом не пострадал и был трезв. В каком состоянии находился бесправный юноша, выпускник той же местной школы, покажет посмертное вскрытие тела. После дорожной трагедии в школе сообщили о том, что все подростки, кроме одного, учились нормально, то есть средне, и без особых нареканий в смысле поведения. А вот 15-летний восьмиклассник состоял на учете в ПДН. То, что разновозрастные школьники оказались в одной машине с бесправным юнцом, педагогов ничуть не удивило. В селе все друг друга знают и дружат. Настораживает другое. Подростки катались по селу в час ночи. Но это по деревенским меркам, похоже, не в диковинку.